отстаивали свои права на собственность, на оборудование и так далее. А при этом соединение со спутниками установлено. Открыть вентили без прав. Но это, подчеркиваю, та ситуация. Ну да, наблюдатель регулирует, да, при команде полок тоже там, на Москву попадает. И вернее так, не является препятствием для того, чтобы хотели работать. Можно через центр, а лучше бы вам, ребята, на тормозной шоссе выйти, и там вы объедете, и выйдете на светофоре, чтобы выглядеть вот этот вот, блядь, на тормозной шоссе проехать, там. Такие проблемные точки, когда люди этого нет. Значит, это, по сути, фиктивные какие-то игрища, владельцы, и я родители, и ничего больше. Кто ими является, напомним. На тот момент является мотоноком. Это мы все публиковали в прессе. Публично это все обсуждалось. Эти все цифры выкладки общеизвестны. Но вместо того, чтобы разобраться, и можно прокуратуре, по санитарным образом. Этого не было сделано, продолжалось. Поэтому фактически мы констатируем, что учить подобного размера, там как можно искусственно. Скажите, что вы в дальнейшем намерены делать? Если же вот что это не так не говорит. На сегодняшний момент мы первое сделали дополнительные документы и передали их в следственную комиссию. Разбивное было на дело. Мы работаем в тесном контакте с прокуратурой и подали 4 из, которые уже признаны к исполнению, к рассмотрению. То есть мы восстановим закон вне всяких сомнений в течение этого времени. Я убежден в том, что мы как и летом восстановили закон и вернули потерянную в эксплуатацию надежную профессиональную рынки и более допускать такого просто невозможно. А как вы не допустили?
пропустите этого, если это уже вот 5 раз вы говорили в начале программы, что 5 раз произошел запас. Мы считаем, что нужно рассмотреть вопрос по деятельности некой организованной чиновной уголовной группы, аналогично, как сказано было недавно в плане спустя. Скажите, а вот как вы получили, что у вас не сложились отношения с вас с Путиным? У нас никаких мер сложений с власти не было. Реклама. Сегодня я сделал вклад в банк Югра и не прогадал. Теперь у меня есть преимущество. Югра. Сделал вклад, получил подарок. Торопитесь, количество подарков ограничено. Акция действует до 31 октября 2015 года. Подробности на yugra.ru. Бао, банк, Югра. На Гагарину прямо поехали. Так, репорт Москва, вот там поедем.
Да? Да. У тебя указатель, прямо или направо там стоит? Направо. Отстрел, да? Да-да-да. Понял, спасибо. Там дети с полами, вообще не убрали еще там в команде какие-то? На 7-10 в 9 канале или как? Осадки, гололедица. Ветер западный 3,8 метров в секунду, сообщает центр холодного. По области плюс 5-10 градусов. Атмосферное давление будет расти, составит 764 миллиметра. Я просто была на резиновой попробке, сейчас по радио сказали. Мужик какой-то с машиной у картины взял палку, блядь, и разрулил ее за полчаса. Это просто еще огромное. Федерико Шопена начинается в Московской консерватории. В малом зале прозвучит первый концерт, куда вошли натюрные этюды, мазурки, баллады соль минор и другие произведения, созданные с 1831 по 1833 годы. Начало концерта в малом зале консерватории в 7 вечера. Проезжая часть. Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко. Как правило, пожарный автомобиль живет дольше обычного грузовика, и весь его трудовой путь окружен доблестью в глазах обывателей и заботой... ...расхлябанные... Направо 0206, картина та же самая. Нам уже эту информацию передали,
Сейчас мы позвоним начальнику ГИБДД, и он что-нибудь сделает. Если у вас эту информацию заподавали, вы уже должны были позвонить. Мы пока не смогли, так что сейчас будем принимать меры. Спасибо вам, Все, сейчас нормальное движение сюда идет.
Убрали, сейчас будет движение. Через 350 метров поверните направо. Движение есть. Нет, он не спал, потому что не нарвало, говорят.
работа, которая за ремонт, тоже зависит от где там было все эта проблема, но, наверное, все, я его проезжал, уже не было, его убрали. Ну, все, я убрал. Да.
службе различия документов снятых в краю, я объясняю, что разрешение было неправильно исполнено. Подожди, вот я так понимаю, что если мы везем в личных целях, я хочу привезти кусочек сыра, то я могу его привезти из-за рубежа просто, то что я могу кусочек сыра сказать через интернет, просто нет? Тебе в российской газете оформлено, и я же открыл российский документ. Через интернет, что знает этому требованию, вообще нет. В интернет торговле в исключении действует. Что ты сейчас Thank you.
по сокращенной политике остались без предложения об альтернативной работе, многие очень безработные. Пройти переобучение работы по смертной специальности, такие варианты тоже не рассматриваются. Руководство Бразилии, фонд независимого мониторинга здоровья, представил данные о сотруднику скорой помощи, который был комитет. Зачастую именитым профессорам предлагали устроиться в разных больницах посудомойками, датчиками пищи в столовой и гардеробщиками. Профессор медицины, работающий гардеробщиком. На этом ученое предложение недавно в Фейсбуке в Твиттере немало шума наделало выписка, как это называется, квиточек о зарплате, который опубликовал один из хирургов. Ему за сентябрь полагается на руки чистым, по-моему, там 5000 рублей, что ли. Введение одного больного, включая операцию, последующие там процедуры, он получает от меня часы, 640 рублей. Даже больше мне знакомая, мы тоже доктор, который сокращает, предложили ей стать нянечкой. Это еще не уборщик. Некоторым предлагают там долго рестартировать. Сокращенный в роли нянечки учит и гибает, как правильно лечить тех, кто, соответственно, остался на сокращенном. И в любом случае еще повезло. Да, это точно. Вот в аргументах и фактах они беседуют с Леонидом Рошалем сегодня, как вы знаете, да, очень известный доктор детский. Он, кстати, в последнее время отстоял педиатрию у нас в стране перед президентом, это и врачи-педиатров хотят отправить сюда же, куда и гардеробщиков. А вот такой крик души, зачем медицине такая оптимизация? Ну, поскольку он имеет прямой выход на президента, может быть, что-то и получится у него. На недавнем внеочередном съезде нашей палаты, он говорит, 81,3% из присутствующих 2000 медицинских работников страны высказались против проводимой оптимизации здравоохранения, примерно столько же считают неоправданными сокращения и коек, и штатов, поскольку вместе со штатами еще и кое-что. Главное, что про эту оптимизацию уже сколько год почти, да говорят. Она себе идет своим чередом, а все тут говорят, и ничего не меняется. Здесь становится. Газета «Московский комсомолец», чтобы дозвониться на 112, нужно ехать в Курск и Казань. Зачем? Ну, потому что дозвониться по единому номеру 112 в случае беды могут только жители двух регионов, да и то не всегда. Аудиторы счетной палаты констатировали, по сути, провал госпрограммы по созданию системы вызова экстренных служб. Дело в том, что, согласно результатам проверки, на сегодняшний день система 112 создана и введена в постоянную эксплуатацию пока только в республике Татарстан и Курск. Что у нас? Вы думаете, только на космодроме Восточный воруют и откладывают запуски космических ракет? Главная проблема. На территории регионов не готова инфраструктура единых дежурно-диспетчерских служб, уровень их оснащения в районах, в центрах низкий, а кадровый состав слабо подготовлен. И население плохо информировано. Все как всегда. Мы завершаем разговор, пресс, Олег? Да. Занавес. Да. Георгий, простите, Юрий из Германии возвращает нас к первой теме. Друзья, вас страшно слышать, обсуждать разрешительным чиновникам, и не есть определенный продукт. Это дико. Юрий, на это я могу только ответить цитатой из старого анекдота. Это твоя родина, сынок. Хотя сам Юрий пишет нам. Москве 9:30, новости на эхе. Доброе утро. Правительство России утвердило список регионов, где будет оказываться дополнительная поддержка семьям с тремя и более детьми. В перечне 52 региона страны, в том числе большая часть областей средней полосы, Поволжья и Урала, за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В списке даже есть Крым и Севастополь. Миграционный план Европейского Союза под угрозой срыва. Как пишет Телеграф, европейские страны не в состоянии обеспечить рабочие места и материальную поддержку беженцам. В июле европейцы пообещали, что в рамках этого плана примут около 20 тысяч беженцев в течение 2 лет. В настоящий момент им удалось переселить в Чехию, Италию и Лихтенштейн всего 132 мигранта, отмечает издание. Режим контртеррористической операции введен в Дербентской районе Дагестана. Прошлого представителя оперативного штаба ищут боевиков, других подразделений пока нет. В Рязани сегодня будут судить архитектора гражданского активиста Алексея Гаврилова. Он
закончил взаимодействие с Есениным, после чего был задержан полицией и обвинен в административном нарушении свободности на автомобиле. Суд признания 77-летнего архитектора Валентина Гаврилова принудительно доставят из Петербурга. Человека известного по проекту модификации села Константинова, родины поэта Есенина, архитектора наградили почетным дипломом российского правительства. Теперь его обвиняют в попытке незаконного пикетирования и неисполнения требований полицейских. Гаврилов вместе с рязанскими краеведами провел акцию в начале этого месяца во время празднования 20-летия Есенина. Архитектор стал предоставить планшеты и суда проект развития охранных зон, который запрещает воздействие Константинова коттеджами. К ним и активистам подошли люди в штатском, слушать объяснения не стали, скрутили и силы отвели в автозак. Архитектор получил травму ноги, в полиции его продержали 9 часов. Гаврилов связал задержание с конфликтом с рязанскими властями по поводу незаконной застройки Есенинского музея. Кстати, организация митрофонного мероприятия архитектора уже оштрафовали на 5000 рублей. Возгорание локомотива грузового состава привело к задержке поездов в Новгородской области. Максимальное время задержки более 2 часов. Причина происшествия выяснят. Надеюсь, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, награду высшей, первой степени, ее присудили нашему премьер-министру Дмитрию Медведеву. И вот удивительно, в указе президента, о котором стало известно вчера около 9 вечера, говорится, что за большие заслуги
перед Отечеством. Ну, собственно, из большие заслуги перед нашим государством. И, соответственно, вся пресса отмечает, что этот орден Медведеву дали ко дню рождения. Что несколько странно, потому что праздник-то у него был в сентябре, сейчас на дворе середина октября, но, видимо, все это время указ президента был в тайне. А там, насколько я помню, по статуту его два раза могут выписывать. Как вы считаете, заслуживает ли российский премьер-министр вот этой самой награды ордена заслуги перед Отечеством первой степени? Телефон прямого эфира 363-3659. Заберите этот номер вскоре после того, как мы немножко расскажем вам о том, это награде, о том, за что она вручается, и, конечно, проведем голосование. Если вы считаете, что, конечно, кто-то, а Дмитрий Анатольевич, конечно, это можно на вас уехать. 660-664. Ну, если вы считаете, что мы заслужили 660-665. Ну, это правильно, это пошло. Давайте откроем. Я не знаю, что
бы вы отметили прежде всего из сделанного Дмитрием Медведевым как возможный повод для высокой, любой высокой государственной награды? Мне кажется, основное его достижение все-таки другое, особенно для, с точки зрения того человека, который его награждает. Это то, что он все-таки 4 года держал кресло и честно его вернул. Укрепление российской государственности. Подойдет? Пишет Георгий, а до этого вообще полиции не было, пишет Владимир. Полицию что? Кстати, полиция тоже, между прочим, и это может тоже быть включено в пункт укрепления российской государственности и укрепления обороноспособности страны заодно. Так. А министр обороны Сердюков, это по какой статье?
Независимо какого пункта стоит в уголовном кодексе. Ну, то есть не научно-исследовательская деятельность. Ну что ж, в любом случае могу поздравить Дмитрия Анатольевича. На самом деле, любая государственная награда – это очень почетно. И, как правило, руководители страны этого заслуживают. Но, находясь на том или ином посту, подписывая каждый день тысячи документов, они же на самом деле хотя бы всегда на что-то полезное для страны тоже делают, верно? И вот за это их можно отметить. А Медведева, напомню, теперь вот будут вручать орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Об указе президента на эту тему стало известно накануне. И большинство слушателей из Москвы, 90%, присоединяются к поздравлениям по-своему и говорят, что Медведев этой награды не достоин. Но 10% считают, что вполне достойно, и поздравляют Дмитрия Анатольевича. Точно, Дмитрий Анатольевич, вы большой молодец. Это утренний разворот на эхе здесь. Вот запомните эти имена. Анна Трифьева, вы владеете фамилией. Да, пожалуйста. Продолжение нашей программы через минуту. Ярославская служба новостей. Реклама. Старлок. Дверные замки, фурнитура, сейфы, магазины. Старлок. Выбор больше. Цены ниже. Адрес ближе. Адреса магазинов на сайте starlock.rf. Готовая двухкомнатная квартира, 60 квадратных метров, за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Городской квартал, норф и резиденция. Квартиры на любой. Телефон 700-555. Жилой микрорайон «Сокол» от группы компаний «Пик». Квартиры со скидкой до 10%. Берег Волги, выезд исторического центра. Выгодные решения, сделать жизнь комфортнее и ярче. 58, Водоля, 90. Подробности сайта «Экспансивный» на сайте www.pik.ru. Заточек того «Пик» Верхняя Волга. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Ярославле 30 75 44. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будним дням в 6 часов вечера. Пора. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика, новинки, малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно, да, впереди рабочий день. Но, может, игра стоит? Вот новый разворот. 9:49. Важные события ожидаются сегодня в европейском, а в перспективе, конечно, и в мировом футболе. Собирательное экстренное заседание исполком УЕФА с тем, чтобы выработать стратегию. Что делать с руководителем организации Мишелем Платини, который, с одной стороны, хочет баллотироваться в президенты Международной федерации футбола, но, с другой стороны, за совместные делишки господином Блаттером, он временно отстранен от работы. Сейчас все это подвисло в воздухе. Мы просили прийти в студию Константина Пахмелова, чтобы попытаться вместе разобраться в той ситуации, которая в европейском футболе сложилась. Костя, доброе утро. Да, доброе утро. Разбираться действительно придется, потому что еще некоторое время назад казалось, что выборы президента ФИФА превратятся, ну, в пустую формальность. Мишель Платини главный претендент, он заручился поддержкой 4 из 6 конфедераций, которые входят в состав Международной федерации футбола, и казалось, что никакого другого реального кандидата по сути и нет. Однако вот эти вот последние расследования, которые провела швейцарская прокуратура, уголовное дело в... Ну, я напомню, там шла речь о взятке в размере 2 миллиона франков, которую перечислил ФИФА еще на адрес Мишеля Платини. Они всю вот эту ситуацию коренным образом поменяли. Прежде всего потому, что там глава УЕФА и претендент на пост главы ФИФА,
кладбище Платини отстранен от любой футбольной деятельности сроком на 90 дней и, возможно, этот срок будет увеличен еще на 45 дней. И он даже сегодня не имеет права там присутствовать, дабы вот этого вот комитета по этике, который, собственно говоря, и заказывал о его отстранении и новых наказаний не получить. Это очень большой риск. Я думаю, что это была кандидата на пост президента ФИФА по движению, истекает уже совсем скоро, следующего воскресенья. Да, совершенно верно. Насколько мне известно, Мишель Платини, так же, как и корейский представитель, так же, как и принц заводовшего принца Мишеля, они, собственно говоря, выдвинули свои кандидатуры. Дело в другом. Дело в том, что я подсчитал, начало срок действия вот этого самого ограничения деятельности начинается 8 октября, и даже если посчитать 90 дней плюс 45, заканчивается он 23 февраля. 23 февраля, а выбор назначен на 26. В общем, сегодня руководителям УЕФА, как мне кажется, предстоит принять очень серьезное решение. Либо надеяться на то, что, то есть как-то вот поддерживать, продолжать поддерживать Мишеля Платини, либо попытаться найти какую-то совещание вот этих представителей, не стали верно сказать, чтобы Европа на выборах представляла потенциальный избираемый кандидат. Тот, который может избираться на 100%. Конечно, у него не будет такого авторитета на работу, В общем, все вот это сегодня руководители европейских футбольных ассоциаций и будут голосование для наших слушателей, для футбольных болельщиков. Вот лично у вас, Мишель Платини, вызывает доверие и симпатию? Да или нет? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Голосование. Пошел. То есть вот он, с одной стороны, великий футболист, а с другой стороны, говорят, что он такой же функционер, коррупционер, как Блаттер и все остальные. Вот насчет коррупционера судить трудно. Насчет функционера, мне кажется, заслуга Мишеля Платини перед европейским футболом достаточно серьезная. Вы вспомните, реорганизация футбольных клубных турниров, как то Лига Чемпионов и Лига Европы. Расширение списка участников чемпионатов Европы до 24 команд и так далее. Ну и, в общем-то, другие, наверное, дела, которые стоит Мишель Платини похвалить. Что касается вот этой коррупционной истории, я не юрист и не судья, мне трудно выразить к этому свое отношение, но вот пришел, как это происходило, я не знаю, но пришел ему перевод, да, 2 миллиона этих самых швейцарских франков. Следствие пусть нам разбирает. Есть вопрос от Дмитрия. Да. Вот Костя, тебе обращу процедуру. Он получает от меня часы, 640 рублей. Даже больше мне знакомая, мы тоже доктор, который сокращает, предложили ей стать нянечком. Это еще не уборщик. Некоторым предлагают там горячо и сортировать. Ну, в роли нянечки учат и говорят, как правильно лечить тех, кто, соответственно, остался на сокращенном. Ей в любом случае еще повезло. Да, это точно. А вот в «Аргументах и фактах» они беседуют с Леонидом Рошалем сегодня, как вы знаете, да, очень известный доктор детский. Он, кстати, в последнее время отстоял педиатрию у нас в стране перед президентом, а то и врачей педиатров хотят отправить сюда же, куда и гардеробщиков. А вот такой крик души, зачем медицине такая оптимизация? Ну, поскольку он имеет прямой выход на президента, может быть, что-то и получится у него. На недавнем внеочередном съезде нашей палаты, он говорит, 81,3% из присутствующих 2000 медицинских работников страны высказались против проводимой оптимизации здравоохранения, примерно столько же считают неоправданными сокращения и коек, и штатов, поскольку вместе со штатами еще и коек. Главное, что про эту оптимизацию уже сколько год почти, да говорят, она себе идет своим чередом, а все тут говорят, и ничего не меняется. Здесь становится.
Газета «Московский комсомолец», чтобы дозвониться на 112, нужно ехать в Курск и Казань. Зачем? Ну, потому что дозвониться по единому номеру 112 в случае беды могут только жители двух регионов, да и то не всегда. Аудиторы счетной палаты констатировали, по сути, провал госпрограммы по созданию системы вызова экстренных служб. Дело в том, что согласно результатам проверки на сегодняшний день система 112 создана и введена в постоянную эксплуатацию пока только в Республике Татарстан. А что у нас? Вы думаете, только на космодроме Восточный воруют и откладывают запуски космических ракет? Главная проблема. На территории регионов не готова инфраструктура единых дежурно-диспетчерских служб. Уровень их оснащения в районных центрах низкий, а кадровый состав слабо подготовлен. И население плохо информировано. Все как всегда. Мы завершаем разговор, пресс, Олег? Да. Занавес. Да. Георгий, простите, Юрий из Германии возвращает нас к первой теме. Друзья, вас страшно слышать, обсуждать разрешительным чиновникам, и не есть определенный продукт. Это дико. Юрий, на это я могу только ответить цитатой из старого анекдота. Это твоя родина, сынок. Хотя сам Юрий пишет нас. Москве 9:30, новости на эхе. Доброе утро. Правительство России утвердило список регионов, где будет оказываться дополнительная поддержка семьям с тремя и более детьми. В перечне 52 региона страны, в том числе большая часть областей средней полосы, Поволжья и Урала, за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В списке также есть Крым и Севастополь. Миграционный план Европейского Союза под угрозой срыва. Как пишет Телеграф, европейские страны не в состоянии обеспечить рабочие места и материальную поддержку беженцам. В июле европейцы пообещали, что в рамках этого плана примут около 20 тысяч беженцев в течение 2 лет. В настоящий момент им удалось переселить в Чехию, Италию и Лихтенштейн всего 132 мигранта, отмечает издание. Режим контртеррористической операции введен в Дербентском районе Дагестана. Прошел представитель оперативного штаба еще боевиков других подразделений. Пока нет. В Рязани сегодня будут судить архитектора гражданского активиста Алексея Гаврилова. Он просил застройки в Есенина, после чего был задержан полицией и обвинен в административном нарушении свободности на Гаврилова. В Рязани 77-летнего архитектора Валентина Гаврилова принудительно доставят из Петербурга человека известного. По проекту модификации села Константинова, родины поэта Есенина, архитектора наградили почетным дипломом российского правительства. Теперь его обвиняют в попытке незаконного пикетирования и неисполнения требований полицейских. Гаврилов вместе с рязанскими краеведами прорвался в начале этого месяца. Во время празднования 20-летия Есенина архитектор стал проставить по отчету и суда проект развития охранных зон, который запрещает возможность Константинова коттеджами. К нему и активистам подошли люди в штатском, слушать объяснения не стали, скрутили и силы отвели в автозак. Архитектор получил травму ноги, полиция его продержали 9 часов. Гаврилов связал задержание с конфликтом с рязанскими властями по поводу незаконной застройки Есенинского музея. По статье организации неполосованного мероприятия архитектора уже оштрафовали на 5000 рублей. Возгорание локомотива грузового состава привело к задержке поездов в Волгоградской области. Максимальное время задержки более 2 часов. Причина происшествия выясняется. Надеюсь, что большое количество Если есть дом, комплекс квартиры с индивидуальным отоплением, жилой комплекс,
Сокольники. Место, где хочется жить. Отдел продаж застройщика. 93-93-33. Застройщиков. Стандартный перспект. Декорация на сайте Сокольники. 76. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Ярославле. 30-75-44. «Эхо Москвы» для ваших и наших детей. Субботу и воскресенье в детских площадках и программе «Солнышко». Читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть человек, и помним, рассказываем разные истории. Мы просто говорим о том, о чем. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» — это наше и ваше будущее. Что, ребята, вообще с ума посмотрели? Втроем, где же твои дети в мире? Я понимаю, решил нам посадить их в один счет. Ну ладно, если так решил. Матвей Горопольский, лицо России. И Алексей Нарышкин. Нарышкин, это как собак местный. Евгений Киселев и Алексей Соловьев. Замечательные ведущие. Люди ждут прямого эфира. Знаю, что вы ничего не сказали. Они вас любят. Они вас любят. Воскресенье, 19:00 на Эхе Москвы. Это будет конфет. Эту программу транслирует компания «Тепевизор». Вот новый разворот. 9:35, а он красив, конечно. Изготовлен из серебра с позолотой, представляет собой равноконечный крест с покрытой рубиновой эмалью. На лицевой стороне государственный герб, на оборотной круглый медальон, по окружности которого девиз «Польза, честь и слава». В нижней части еще изображение лавровых ветвей. Так выглядит одна из главных государственных наград Российской Федерации – орден за заслуги перед Отечеством. Там 4 степени есть у этого ордена. И вот награду высшей, первой степени, ее присудили нашему премьер-министру Дмитрию Медведеву. И вот удивительно, в указе президента, о котором стало известно вчера около 9 вечера, говорится, что за большие заслуги перед Отечеством, ну, собственно, за большие заслуги перед нашим государством. И, соответственно, вся пресса отмечает, что этот орден Медведеву дали ко дню рождения, что несколько странно, потому что праздник-то у него был в сентябре, сейчас на дворе середина октября, но, видимо, все это время указ президента был в тайне. А там, насколько я помню, по статуту его два раза могут выпустить. Как вы считаете, заслужил?
Рядочку, на вас порвет. Можно следовать сходить? Вот тут сложно. Не знаю, хотят успешное строительство космодрома Восточный для изучения Вселенной. Ну, я хорошо вас знаю. Ну, что да, ну, просто другую экспертную. Развитие культуры искусства. Вот это самый сложный для меня пункт. Даже не знаю, что тут нужно отметить из сотворенного Дмитрием Медведевым за годы его премьерства и президентства. Но вспоминается из сферы культуры, пожалуй, только одно. Как в 2011 году он танцевал, зажигал под Алену Апину и ее песню «American Boy». Ну, песня хорошо танцевал, между прочим, очень хорошо. Ну, тогда мы заслуги в развитии культуры. Подающиеся спортивные достижения. Ну, здесь, конечно, есть что отметить. Помните, как Дмитрий Анатольевич активно пропагандировал, будучи президентом, развитие бадминтона и предлагал чуть ли не школьные уроки посвящать этому виду спорта. Правда, все немножко заглохло, но бадминтон мы помним. Ну и вот важная вещь, которая тоже, я уверен, сейчас такой сразу. Укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами. Ну, это, наверное, событие 2008 года в Грузии, когда мы укрепляли дружбу с грузинским народом. Ну и значительный вклад в укрепление барменской собственности. Ну, например, финансирование его правительством нынешней антитеррористической кампании в Сирии. Есть за что. Посмотрите, для него каждому таких орденов можно было бы каждую неделю давать. Да, на фонде перед Путиным пишет нам Вася. Так, Дмитрий из Москвы пишет, что... ну, это стихи. Стихи хорошие, стихи. Я не критик, конечно. Знаешь, премьер к своему юбилею ждал начать святого Андрея. Но отец наше родной выдал орден и ноль. Лучше в орден, лучше в прощение. А вот на самом деле, Дмитрий, высшие награды Российской Федерации, ну, по крайней мере, в мирное время для гражданских лиц, является учрежденный в 98 году орден Андрея Первозванного. И вот почему-то сейчас, к полувековому юбилею, Дмитрий Медведев эту награду не удостоил. Может быть, столетию Медведева дадут? Так кто-то знает, что у Дмитрия Анатольевича до сих пор не было ни одной российской награды. Чего с ним? Совсем-совсем никакой. Пишет первый российский орден, да. Он имеет ряд иностранных, он профессиональный. Поэтому сразу Андрей Первозванный был, ну, как не может. А вот первый степень. Мы с вами в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отойдите подальше от радиоприемника или традиционно приглушите его на время нашего с вами разговора. Да. Заслужил ли Медведев такой орден? Ну, если... Вообще, у нас один из самых похожих наград, это, по-моему, Герой России. Что бы вы отметили, прежде всего, из сделанного Дмитрием Медведевым, как возможный повод для высокой, для любой высокой государственной награды? Мне кажется, основное его достижение все-таки другое, особенно для, с точки зрения того человека, который его награждает. Это то, что он все-таки 4 года держал кресло и честно его вернул. Сейчас, секунду, давай, какой-нибудь такой взгляд. Укрепление российской государственности. Подойдет? Нет, российской государственности нет, российского президентства, да. Ну хорошо, будет так же. Ну, у нас это часто смешивается. Я не волнуюсь. Дали орден за победу в Амине, но только больше. Нет, это была старая советская практика, и при Ельцине такое было. Сейчас, мне кажется, другое. Помните, кстати, даже в советские времена я имел в виду, скажем, середину 20 века. Потому что при, например, в Леониде Ильиче эти пенсионеры просто дорогу вешали ее, что-то такое блестящее на грудь, и очень этому рад. Вот как при этом не предшествовало ни увольнения, там, ни расстрела, ничего. Начали друг друга награждать, это Брежневщина. Ну, действительно, помнишь, что во времена Брежнева они друг друга все время... Доброе утро. Доброе утро. Заслужил Медведев награду? Да, конечно. За что? С вашей точки зрения. Он запомнился всему народу. Но чем он вас запомнился? Переводом времени. Кстати. За пропаганду здоровья. Да.
Ярославская служба новостей. Реклама. Старлок. Дверные замки, фурнитура, сейфы, магазины Старлок. Выбор больше, цены ниже, адрес ближе. Адреса магазинов на сайте starlock.rf. Готовая двухкомнатная квартира, 60 квадратных метров, за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Городской квартал, вновь и резиденция. Квартиры на любой. Телефон 700-555. Живой микрорайон «Сокол» от группы компании «Пик». Квартиры со скидкой до 10%. Берег Волги, выезд из исторического центра. Выгодные решения, как сделать жизнь комфортнее и ярче. 58-00-90. Подробности сайта «Пик» на сайте www.pik.ru. Застройщик завод «Пик» Верхняя Волга. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Ярославле 30 75 44.
Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час. А по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будним дням в 6 часов вечера. Пора. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика, новинки, малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно, да, впереди рабочий день. Но, может, игра стоит? Вот новый разворот. 9:49. Важные события ожидаются сегодня в европейском, а в перспективе, конечно, и в мировом футболе. Собирается на экстренное заседание исполком УЕФА с тем, чтобы выработать стратегию. Что делать с руководителем организации Мишелем Платини, который, с одной стороны, хочет баллотироваться в президенты Международной федерации футбола, но, с другой стороны, за совместные делишки господином Блаттером, он временно отстранен от работы. Сейчас все это подвисло в воздухе. Мы просили прийти в студию Константина Пахмелова, чтобы попытаться вместе разобраться в той ситуации, которая в европейском футболе сложилась. Костя, доброе утро. Доброе утро. Разбираться действительно придется, потому что еще некоторое время назад казалось, что выборы президента ФИФА превратятся в пустую формальность. Мишель Платини главный претендент, он заручился поддержкой 4 из 6 конфедераций, которые входят в состав Международной федерации футбола, и казалось, что никакого другого реального кандидата по сути нет. Однако вот эти вот последние расследования, которые провела швейцарская прокуратура, уголовное дело в я напомню, там шла речь о взятке в размере 2 миллиона франков, которую перечислил ФИФА еще в адрес Мишеля Платини. Они всю вот эту ситуацию коренным образом поменяли. Прежде всего потому, что там глава УЕФА и претендент на пост главы ФИФА Мишель Платини отстранен от любой футбольной деятельности сроком на 90 дней, и, возможно, этот срок будет увеличен еще на 45 дней. И он совершенно не имеет права там присутствовать, дабы вот этого вот комитета по этике, который, собственно говоря, и собрался, он его